Здравствуй, мальчик, за серым щитом, выполняющий мерзкий приказ. Как же ты пожалеешь о том, что сегодня стреляешь в нас? Ты кого защищаешь, сынок? Тех, кто дал поглотать тебе кость? Но зачем? Почему? Как ты мог? Ты ведь в этой стране не гость. Кучу денег притащишь домой. Год не будешь вставать с дивана, только помни. На деньгах кровь. Кровь Сереженьки Негояна. Когда будешь лететь в Шарм-эль-Шейх отдыхать после брата-убийства, за тобой потянется шлейф, то проклятие за Юру Вербицкого. Когда будешь идти назад, волоча шматья чемоданы, не забудь, что это глаза, те, что выбили на Майдане. Когда будешь сыну и дочке покупать игрушки и велик, не забудь, это печень и почки, те, что выбили у вас в райотделе. Ну а когда квартиру получишь, гликом в теплой ванне ляг, вспомни парня, которого мучил на морозе ваш толстый хряк. Мальчик, мальчик, погоны померкнут, деньги кончатся, жизнь продлится. И короткого слова «беркут» ты до гроба будешь стыдиться. Thank you.